Авиашоу в Мочище посетили более 50 тысяч человек. Многие из них приехали не только понаблюдать за полетами в небе, но и воспользоваться поистине уникальной возможностью взойти на железный трон Вестероса из сериала «Игра престолов». Телеканал РЕН-ТВ создал точную копию символа власти из романа фантаста Джорджа Мартина. Это на экране за право занять железный трон великие дома Вестероса вот уже 5 сезонов ведут кровопролитные сражения. Поклонникам сериала из Новосибирска для этого достаточно отстоять в очереди. Правда, длинный. Она растянулась на сотни метров. Одно смотрим шоу. Почему что там стояли, что здесь? Так где сейчас фотографируемся? В очереди терпеливым фанатам киносаги скучать не дают. Они отвечают на вопросы викторины. Война близко, огонь близко, дракон близко. Война близко. Война близко, совершенно верно. Бурные аплодисменты нашим победителям. «Игра престолов» – самый дорогой сериал, получил 34 престижных награды и завоевал любовь сотен тысяч зрителей по всему миру. Этой захватывающей, динамичной и драматичной историей увлеклись даже те, кто прежде не любил фэнтези. Сериал смотрит даже английская королева. Она, правда, во время посещения съемочной площадки сериала «На железный трон» так и не взошла, но россияне такую возможность не упустили. Мечту тысяч поклонников воплотил телеканал РЕН-ТВ. Вот длинная очередь к «Железному трону» выстроилась в Москве, на ВДНХ. А это уже питерская армия фанатов сериала у Петропавловской крепости. И вот теперь «Железный трон» в Новосибирске. Ради этих кратких мгновений люди специально приехали за город. Каждый ждет своей очереди на минуту окунуться в мир фэнтези. Почувствовать себя властелином семи королевств и сделать фото на память. Символ власти, завоеваний. Ну, сериал мне... Никогда не смотрела сериалы. Этот единственный смотрю. Чем он меня завлек, я сама не понимаю. Ну, смотрю. Хочу сесть на трон, быть королевой. Корона точно такая же была у короля Джоффри. Меховой воротник, будто только что с плеч Джона Сноу. Меч, которым лорд Старк рубил головы предателей. Свита – актеры, загримированные под главных персонажей сериала. Фотография – дело нескольких секунд, и трон нужно уступать другим желающим. Но те, кто с него сошел, в один голос твердят. Ради сбывшейся мечты, когда у твоих ног весь Вестерос, можно было бы ждать и дольше. Мария Черешнева, Вадим Муравьев, Константин Стремоусов. Новости РЕН-ТВ, Новосибирск.